Всем большой привет! Вы на моем канале. Сегодня будем готовить маринованные грибы. Всем, кому интересно, оставайтесь со мной. Грибы получаются очень вкусными, рецепт простой, и намного дешевле купить грибы и приготовить их самой, чем купить в магазине. Они получаются очень-очень вкусными и очень-очень простой рецепт. Вы же знаете, я люблю простые рецепты. Для этого нам понадобится шампиньоны. Выбираем самый меленький, который вы найдете. Самый меленький. Как мы их обрабатываем? Мы их никак не обрабатываем. Мы их просто помыли водичкой. Все. Оставляем пока грибы в сторону. Для маринада нам понадобится столовая ложка соли, столовая ложка сахара, 2 лавровых листочка, лук, болгарский перчик. Берем кориан горошком, семена горчицы и перец горошком. Горчицу и кориандр берем по чайной ложке, перчик берем пол чайной ложечки. Также нам понадобится 100 мг уксуса 9%. Переходим к плите. Берем кастрюльку, наливаем 1 литр воды. И сюда же добавляем столовую ложку соли. И ждем, пока водичка закипит. Водичка у нас хорошо закипела. Выкладываем грибочки. И варим грибочки 15 минут. Нарезали лучок и перчик. Наш лук заливаем уксусом. И пока оставляем. Грибочки варятся 10 минут. Они уже уменьшились в размере. Еще 5 минут варим. Все, наши грибочки сварились. Сливаем воду. Наливаем опять литр воды. И высыпаем все наши специи. Специи, перчик. Все сюда высыпаем. Соль, сахар. Все. Теперь ждем, пока закипит маринад. Маринад наш закипел. Выкладываем наши грибочки. И ждем буквально минутку, чтобы все вместе закипело и подружилось. И потом, где-то через полчаса, когда маринад немножко остынет, мы зальем луком и уксусом. Все, наши грибочки немножко остыли. Теперь заливаем их луком с уксусом. И можно пересыпать в какую-то емкость, баночку, судочек, где они будут храниться. Хранятся грибочки в холодильнике. Их можно кушать сразу на следующий день. Вот у меня получилась полная литровая баночка с килограмма грибочков. Они остыли, я сейчас их накрою крышечкой и поставлю в холодильник. Эти грибочки хранятся в холодильнике довольно-таки долго. Но я не думаю, что вы их долго будете хранить, потому что они настолько вкусные, что вы их просто съедите. Закручивать такие грибы я не советую. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и всем пока-пока!